Многие образовательные и досуговые учреждения района уже закрылись на время летних каникул, а некоторые еще продолжают принимать детей в своих стенах. Последнее мероприятие в этом сезоне 28 июня прошло в подростковом молодежном клубе «Ленинец». Многие из них попробовали себя в этом виде спорта впервые. Мне очень понравилась эта игра, то, что я проверяю свою меткость. Хочу всех победить. Участниками соревнований стали ребята из городских оздоровительных лагерей дневного пребывания. Для них это уже не первое посещение Ленинца. Каждый понедельник и среду они приходили сюда, чтобы поиграть, пообщаться со сверстниками и научиться чему-нибудь новому. Мальчики в тренажерном зале, гимнастикой художественной. Еще современными танцами. Самых метких отбирали в двух категориях – командном зачете и личном первенстве. И в целом участники показали неплохие результаты. Хотя сами дети и признавались, что видят дартс впервые, организаторы уверены, что дети справились с поставленной задачей. Я смотрю не впервые, в общем-то. Я думаю, что где-то или в школах, или на площадках какие-то играют. То есть не первый раз. Мы, в общем-то, ежегодно проводим эти соревнования. Но вот эти дети... Я бы сказала, более-менее умеют играть в дартс. Школьники остались довольны соревнованиями. Кто-то получил заряд позитивной энергии от игры, кто-то от общения с друзьями, а победители порадовались призам, которые предоставил для этого мероприятия культурно-досуговый центр Кировского района.